Так, Сергей Гафарович, если правильно. Извиняюсь сразу, если кого-то неправильно написал, ну, прочитал, парни, извиняюсь за этот. Что за функция антиджерк? В прошивке указано назначение 255 км в час для ее включения. Это значит, она отключена. Функция антиджерк нужна для предотвращения рывков двигателя. Это тот момент, когда ставишь спорт ПО, и до 2000 оборотов у автомобиля появляются подергивания. Эти подергивания можно обрубить либо углом зажигания, вот, либо подобрав правильную смесь, либо третий вариант — это стандартный софт, стандартная прошивка, и вот это как раз и называется режим антиджерка. Его момент включения, он включается при определенной, но это все в настройках самой прошивки. Так. Это Серега. Это мозги. Бош. 7-0. Сегодня мы покажем, как их сайма соединяем. 9-1. Да? И идем его